даст этого. Не, справлюсь. Стоять! Я внутри. Мне кто-нибудь скажет, что тут вообще творится? Эйд, тебя собирались отправить в пищий купол в серые земли. Пришлось срочно вмешаться. Из профиля ты беглец, но об этом мы позаботились. Следуй по складу за эхом бегущего. Икар встретит тебя на другой стороне. К тому времени все должно быть нормально. Если сможешь пробраться через эту хибару, пора посмотреть, так ли хороша знаменитая Фейд. Икар, не умничай, она справится. Фейд, пульс будет калиброваться на ходу. Дали ордер на задержание Феникс Карпентер. Молодая женщина, татуировка на лице. Они упорнее, чем я думал. Феникс Карпентер? Ага. Когда ее повязали, Дуган ей устроил фальшивый отпечаток. Я его на всякий случай переслал на пульс. Может, потом пригодится. Борт прилетел. Кейсек серьезно настроены. Не останавливайся. Малейшее нарушение политики. Да, нелегко сейчас быть обычным сотрудником. Мне их почти жалко. Они свой выбор сделали давно, Икар. Я была вежливой, но он не уходил. И теперь они знают, что ты здесь. Как будто был выбор. Ну да, надо уходить. Пойдем на башню Эвердайн другим путем. Мы снова разделимся, запутаем их. Сможешь добраться до тех труб? Конечно. Хорошо. Пульс у тебя должен быть скалиброван, и зрение бегущего работает. Иди по красному следу, встретимся на башне. Вперед!